Вы на канале «Это удалось заснять на камеру». И в этой подборке вы увидите разные смешные, нелепые и интересные моменты, которые попали в объектив камеры. Если в вашей жизни случались похожие истории, расскажите о них в комментариях. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми смотреть интересные видео. На автозаправке на мужчину напали грабители, и он отбился сразу от троих. Ну надо же, какой находчивый, не растерялся и облил их бензином. Когда машина пропала, водитель начал смотреть камеры наблюдения, и вот что он увидел. А эти кадры с камер ночного наблюдения. Что-то необъяснимое творилось этой ночью. Наверняка так подумали сотрудники офиса, которые смотрели эти кадры. Но мы-то знаем, скорее всего, какой-то шутник надел костюм хромакей и прошелся по офису. Когда эти собаки намного самостоятельнее твоих детей. Судя по человеку, который догонял этот легковой автомобиль, это курьер, который опять забыл поставить машину на ручной тормоз. А у этого парня, который первым пробует манго, есть дар убеждения. Это должен был быть фееричный эффект пара в воздухе. Экскаваторщик решил помыть свою машину быстро и бесплатно. И вот что получилось. Это маленькая собачка, словно настоящий профессиональный фокусник. Так ловко она управляется с мячиком. И похоже, ей это очень нравится. Инструкция на случай, если вы тоже поставите в свою машину вот такую звуковую систему. Эмо. Ассигурамент. Окей, гуд, Андрей, апосто, апосто. Тот случай, когда у вас в классе завелся вот такой шутник. Прямо во время занятий этот студент решил принять душ. Скромно так, в уголке этой аудитории. А еще он пообещал преподавателю не шуметь. Автор этого видео купил себе классную штуку, в которой можно слить всю воду с макарон. Ну и макароны тоже можно слить. Ну надо же, как будто это вовсе и не Лада, а какой-то гоночный болид. Акулы невероятно свирепые и страшные хищники, но этот дайвер, вероятно, решил пощекотать себе нервы и отправился посмотреть им в глаза. Это просто невероятно, но как эти дайверы могут оставаться такими спокойными? Или может быть это просто макет акулы? Хотя если смотреть на эти кадры, то видно, что у акулы шевелятся ее жабры. Такой милый этот козленок, похоже, он что-то нашел в девушке.
Когда он замахнулся на эту птицу, она ему это не простила и отомстила при удобной возможности. Это они только на вид такие милые и пушистые, но на самом деле они могут напасть первыми. Возможно, здесь была причина. Вряд ли кто ожидает увидеть такое в своем туалете, поэтому при посещении туалета всегда включайте свет. Неужели эта ящерица слепая? Она не увидела еду в руках человека. И человеку повезло, что у ящерицы нет зубов, и она не смогла его сильно поранить. Когда попросил у родителей купить собачку. Но вы в Австралии, поэтому с собаками тут напряженка. Поэтому и приходится выгуливать кенгуру. Лайфхак, если у тебя дырка в носке. Когда у тебя, ну, слишком наглые покупатели, но ты не готов с этим мириться. Вот это настоящий любящий хозяин. Он придет на помощь к своей собаке в любой сложной ситуации. Милая свинга просто прогуливалась во дворе. Ну кто бы мог подумать? И так эта прогулка с ведром на голове закончилась обрушением бетонного забора. Из-за действия этого водителя произошла утечка топлива. Счастливое везение. Еще бы чуть-чуть, и она бы попала под снежный завал. Мужчина стал настоящим спасителем этой маленькой собачки. Нет, чаевых от этого столика она не получит. Это видео можно назвать «Приключение одной тележки из супермаркета». Похоже, этот кот был настоящим троллем, но судя по реакции, он сам такого не ожидал. Пес устроил такой переполох из-за падающего стула. Это один из самых наглых видов парковки. Когда в вашем доме незваный гость, и птицы об этом знают. У этой женщины просто невероятно сильные ноги. Как можно держать огромную упаковку, да еще и передвигаться с ней? Девушка, зная, что ее сейчас настигнут грабители, вовремя скинула свои вещи на территорию чужого двора. Такие необычно длинные ласты используют для своих глубоких погружений дайверы. Вряд ли кто мог ожидать такой финал этого видео. Сразу так и не скажешь, что это щенок Шарпея. Не
Неужели он не понимал, чем это все может закончиться? Что эту штангу может просто перевесить? Развернулся и ушел, как будто он ни при чем. Похоже, геймер перепутал реальность с действительностью. Лишь одно касание, и стекло превратилось в мелкую крошку. Это специальная жидкость, которая окрашивает денежные купюры в тот момент, когда происходит ограбление банкомата или, например, неверное открытие кассет с деньгами. Нечто необычное записала камера ночного видения. И опять эти водители что-то не поделили на заправке. И на этом все. Благодарим вас за подписку и лайки. И до новых встреч!